Еще немножечко относительно отработанных блоков. Вот, пожалуйста. Вот эта дата сегодня 15 июня. Вот эта отработочка после там три волны в помещении просто-напросто отгружена на улицу. Еще даже не успели никуда переместить. Вот, как видите, находится в вот таких промышленно полевых условиях. Вот, пожалуйста, здесь. И это еще не все. Сейчас перемещаемся еще в одно место. Вот и полюбуемся, что у нас здесь. Тут, правда, уже некоторое количество мы собрали. Самых таких матерых, больших. Смотрим здесь. Смотрим здесь. 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 Вот она. Это отработочка. Так что не спешите выбрасывать вот такие блочки. И относительно отработки вполне приемлемо и по весу. Они намного легче, чем новые. В плане, если заказывать вот отработочку, они вас полгода будут радовать почти до самого декабря. Вот, пожалуйста, здесь. Вот, пожалуйста, здесь. Полгода будут вас радовать грибочками. Вот такой вот себе урожайчик. Это у нас под стенкой, под грибарней. Вот дымоход. Просто вынесли, чтобы не мешали. 15 июня. Правда, прошел перед этим дней 3. Шел такой, ну, было довольно-таки прохладно. И, скорее всего, это все простимулировало вот плодоношение. Вот приблизительно вот такого размера. Вот такие у нас сегодня урожайчики. Та же самая история и здесь. Только здесь они вообще лежат на солнце. Там надо было обратить внимание, что они все-таки в тенечке под орехом, и там им теплее. А если на солнце, то они вот такие, ну, подсушенные получаются. Вот, тут здесь вообще почти сухие. Ну, а здесь, как всегда, красота среди бегущих. Первых нет и отстающих. Здесь у нас наш любимый П-80. Розовые мы уже пособирали. Розовая в холодильничке. А здесь вот такие П-80. Тут уже немножко они переросточки получаются, потому что жарко. Здесь температура. Ой, здесь целых аж 31 градус. Ну, ничего не поделаешь. Тут никак повлиять на эту ситуацию мы не можем. Но, в общем и целом, если посчитать вот это и посчитать то, что на улице, то довольно-таки и неплохой результат, скажем так, у нас здесь есть. Ух, какие! Во! Относительно руки. Сразу где-то на 1,5 кило. Вот такая красота. Это уже не первая, по-моему, волна. Это уже какая-то из них. Тут немножко, видите, примордий сейчас будет сдавливаться. Ну вот, нет у меня прибора. Надо было ножичком немножко подтянуть. Потому что если будет сдавливаться, вот уже ножка пошла толстая. А шляпка пошла маленькая. Это из-за того, что дырка сдавливает сам примордий. И его надо освободить. То есть взять просто-напросто и вот эту пленку. Блин, вот эта лампочка мне мешает. Надо просто вот эту пленочку
Ну ты смотри. О, вот так вот подтянуть. И вот здесь. И тогда и здесь, и здесь. Вот, мы их освободили. И сейчас у них будет возможность вырасти полноценные вот такие груздищи. Цвета они такого ярко выражено белесого, потому что почему-то был... А, отключен свет был, потому что и температура такая из-за того, что топилась печка. У нас все находится в одном помещении. И выросное помещение, и топка. И получается, что приходится... Ну, не приходится, а вынуждено оно тут перегревается. Так что желаю вам таких же результатов. И до следующих встреч на канале Funny Mushroom School.